Проложить 16 тысяч метров распределительных линий и построить 132 газопровода планируется в поселке Старый Городок в рамках программы социальной газификации. Работы стартовали 26 мая и должны завершиться к 30 ноября. Их ход проверили одинцовские депутаты-единороссы вместе с жителями. На сегодняшний день в поселке уложено уже 1905 метров распределительного газопровода. Всего из Старого Городка в Мособлгаз поступила 171 заявка на технологическое подключение в рамках догазификации.